Соревнования городские, и участвуют в них порядка 200 спортсменов. Сегодня свои достижения перед членами жюри демонстрировали гимнастки. Завтра черед сильного пола. Хоть и считается, что спортивная гимнастика в Сочи в стадии развития, спортсмены уже показывают неплохие результаты и добиваются успехов на общекраевом уровне. 8-летняя Лена Чурсина буквально на днях вернулась из Краснодара, где завоевала 2 золота, серебро и бронзу. Я раньше ходила на художественную, но она мне не понравилась, была не по душе. И мы решили пойти на спортивную. Здесь у меня все получается. Я занимаюсь, я стараюсь, хочу стать кандидатом спорта. Городские соревнования для многих гимнастов как трамплин к спорту высших достижений. Уже через неделю многие из них отправятся бороться за пьедестал почета на турнир в Анапе. А с 4 по 10 июля сочинцы станут участниками всероссийских соревнований «Черноморская чайка», которые пройдут в родных стенах в спортшколе номер 1. У нас уже 16 городов подтвердилось на участие. То есть все сливки России сюда съезжаются. Наши сочинские гимнастки выйдут на уровне, я думаю, не уступят ни в чем, даже всероссийскому уровню подготовки спортивных гимнасток.